Ребята, привет! Сегодня с вами будем вот в таких красивых зарослях Bonitos, да, Bonitas Plantas. Будем делать тест по прилагательным в испанском языке. Как всегда, их будет 21 штука, 7 простых, 7 средних и 7 сложных. Для начала не забывайте ставить лайк, подписываться и делиться с теми, кто тоже хочет выучить испанский очень хорошо. И первое слово очень легкое. Как будет легкий? Конечно же, фасиль. Его антоним слово тяжелый, сложный. Дефисиль. Маленький, одно из слов, которое его обозначает. Правильный ответ pequeño. Не забывайте про ñ. Следующее слово, конечно же, grande, большой. Здесь обратите внимание, что окончание у него e, а не o. Высокий по-испански alto. Причем не только в физическом смысле, но и в переносном, например, рейтинг высокий. Его антоним bajo. И последнее, известный. Известный, конечно же, famoso. Если у вас есть желание попрактиковать эти слова на практике, и, в принципе, все, каждый из 7 слов было для вас супер простым, то вы можете прийти в мой клуб испанского, потому что там у ребят как раз-таки уровень, когда эти слова уже известны и хочется чего-то новенького. А в клубе всегда доброжелательная атмосфера и обратная связь от меня, что помогает вам значительно ускорить прогресс в языке. И давайте переходить к средней группе. Как сказать объемный? Правильно будет voluminoso, volumen, объем. Успешный будет exitoso, от слова exito, успех. Довольный. Contento, и это не контент в социальных сетях, а именно довольный. Сам контент, например, на Ютубе мы называем contenido. Скучный, по-испански, конечно же, aburrido. Толстый или полный, конечно же, гордо. Думаю, уже чувствуется, да, как накаляется здесь обстановочка, достаточно... Более редкие слова, поэтому они не так на слуху, как первая группа. Но давайте найдем антоним для слова худой. Delgado. И отличный, excelente. Вот вы прошли 2/3 этого теста, давайте перейдем к самому интересному, к сложным словам. Ценный или очень красивый. Precioso, от слова precio, цена. Очевидный это obvio. Очень уставший. Exhausto. Мокрый после того, как тебя чем-то облили, или ты попал под дождь чаще всего. Empapado. Было бы интересно узнать происхождение этого слова. Следующее слово. Очень счастливый. Как можно сказать вместо muy feliz? Dichoso.
так можно сказать про человека. На коробках часто пишут «не ронять», «хрупкий», «хрупкое», «фрахель» и «впечатляющий», «удивительный». Конечно же, «импрессионант» от слова «импрессион» — «впечатление». Спасибо вам за тест. Пишите в комментариях, сколько было правильных ответов по классике. И, конечно же, смотрите ролики, которые оставила вам в конце этого видео. На свемос!